Итак, снова здравствуйте, добро пожаловать, кого не было на предыдущем стриме, на ромхак. Снова мы все, я юзер, лепесткрокет и жареная картошка тоже тут. Стримить мы будем опять же хак Рокета, на сей раз музыкальный хак. То есть у нас сегодня день Рокета, первый хак был на игру DuckTales, второй на... как вы уже видите, на русалочку. Ну, Рокет тут, он нам, вероятно, что-то расскажет. Да, хак на русалочку. Мы уже стримили этот хак. Да, вот Razer и Xenon подтверждают. Я его обновил. То есть теперь музыка звучит там корректно на боссах. И прочим вот. То есть музыка на боссах была не та подобрана, которая нужна. Ну точно, Xenon уже проходила старую версию. Да, это старая версия была у них там. Я стримил их, то есть я с этим хаком там был либо в Чип и Дейле, да, и русалочка с черным плащом хак. Вот, и я его исправил, в общем-то. Вот сейчас юзер будет проходить исправленную версию. То есть музыка будет в тему включать на всех уровнях. Что интересно, Рокет в одной игре хакает графику, в другой музыку. Когда он уже наконец-то соберется в одной игре хакнуть и графику, и музыку? Еще и уровни заодно. Соберемся. Да? Ну что, приступим, что ли? Да, погнали, я думаю, давайте. Рестарт. Послушаем музыку титульную. Я думаю, все ее узнали. Откуда музыка взята? Вот надо сделать третий хак. Третий? Street of Rage с музыкой из русалочки. Обязательно. Да, взаимно. Что? Жареная картошка с юзером. Так, ну опять же, игру я не видел уже очень давно, хотя я помню, что она простая. Да, игра очень короткая даже. Ну и замечательно. Короче, даже всех других игр от Capcom. Это даже можно посудить по размеру рома. Она довольно мало весит. Алекс, а у нас тут все хак ради хака. Люди учатся, показывают то, что умеют. Так что все нормально. Вот этот хак я точно выложу. То есть поправленная версия, я думаю, все ее оценили, Тай тоже оценил. Вот. И теперь юзер ее, я думаю, пройдет и покажет. Да, вообще, да, для того, чтобы, как сказать, была новая музыка, нужно, чтобы кто-то умел писать новую музыку. А тут ромхакеры, а не музыканты, в общем-то, да, Липецк, что ты хотел? Я хотел сказать, что очень часто вообще в хаках... вообще нет никакого смысла. Вообще никакого. Вот. Например, в моем последнем хаке, ну, никакого не было смысла в хаке ЧП. Но на стриме мы его показали. Мне кажется, это было забавно. Зря ты, Липец, зря. Так нормальный у тебя хак. Но для стрима нормально, да. Я вот что для себя обнаружил там нормально. То есть я вот смотрел, если хаки Ломакса, там совершенно не на что смотреть. Глюки какие-то беспонтовые, вот, а у тебя вот точно враги. У меня такие... понтовые глюки, точно. Да-да-да. То есть враги там в некоторых местах. Рокет, Алекс говорит, а первой мыслью был, неужели черный плащ начнет плавать? Плавать? Да. Да нет. Подводный плащ. Ну хотите сюжет придумать? Жаждет хлеба и зрелищ. Ну что, начинаем, что ли? Вот Razer и Xenon сказали, что типа магнитофон утонул у ЧП. Точно. В море. Ну, все, уже все придумали для себя несколько сюжетов. Можно заканчивать уже. Ну давайте, посмотрим. Мне кажется, лишний раз показать эту игру будет не лишним. Вот. Подходящий, да? Да, Ариэль, принцесса моря, почувствую любовь. Кстати, вот никто не видел. Я вот, кстати, все время проматывал вот эту сцену. Зачем? Давайте ее посмотрим хоть раз.
А ну, а чё смысл там все по-английски? Куда летим, ЧП? Сделал ее человеком, чтобы она смогла встретиться с ним. Они, короче, траля-ля, траля-ля, чтоб женились и жили счастливы и померли в один день. И однажды Себастьян Флаундер и кто? Не знаю я, кто это. Скатл. Скатл, по-моему, зовут вот эту чайку. Да? Охренеть. Я вот тоже не знал. Как и Суфи. И я не знал. Скатл зовут. И что тут? Урсула, да? Что-то там кастует какое-то страшное заклинание. Угу. Чтобы мир чего там, чего? Чтобы что-то с рыбой там произошло. В море. И ты должен ее спасти. Спасти море. Короче, да, нужно остановить Урсулу. И остановить Урсулу. Да, Ариэль решает идти в замок Урсулы и пытаться освободить рыбу. Рыбу. Вот насчет сюжета. От заклинаний. Сюжет все-таки тут немножко отсебятина. Потому что русалочка, она все-таки... Она не была превращена в человека. То есть она там... То есть сюжет как-то немножко не так сделали. То есть запоздало сделали. Вот видишь, юзер, она сразу с принцем, да, разговаривает. Она рассказала Эрику, что она русалка и принцесса моря. Нет. И что она должна попытаться спасти ее друзей. Нет, синяя панда. Урсула или Кригат не окажется. Не надо. Здесь все с этим нормально. Это чисто музыкальный хак, так что... Да. Илюха Стрэнджер уже хочет повеситься. Ну, это ладно, но только ладно. После стрима, пожалуйста. Но только не во время стрима. Короче, поплыли в замок Урсулы. Погребли. Первое. Коралловое море, я так думаю. О, какое, во! Да. Музончик-то бодрый такой. Ну, бодрый, да, вот для юзера особенно, думаю, будет. Ура, ракушка. А чё ты можешь... разогнаться ей, она быстро может плыть. Кто? Вот ага. Зажми эту кнопку, вот видишь, плывет быстро. Еще один шмаль хак, точнее литл хак, да. Литл Мерланд. Мерланд? Ну как там? Мермейд. Или Мерланд. Я взял вилку. Вилку? Че, картошечку будем есть вилкой? Да. Картошка есть, а вилка есть. Литл Шмаль Хак. Ух ты. Версия 13. Рокет, она какая-то активная. Да. Вот смотрите, звуки тоже поменены, то есть. А здесь как-то под углом что-то кидать надо было. Так, особенность движка, то есть движок меняет и звуки тоже. То есть мне пришлось их подгонять. Ладно, я не буду ничего искать, по той простой причине, что я не помню, а главное нам послушать музыку, а не какие-то секреты разыскивать. Какая-то прическа у него, дюжа уж огромная прям. У кого? У русалочки. Ну... Во всю русалочку практически. Во всю русалочку. Чё она его не бьет? Вот. А вот тебе апгрейды нужно собирать. Вот нажми на Select, по-моему, или Start, да. Видишь, апгрейдинг. Первый у меня только, да, первого уровня. И лыбится. Давай, Алекс, давай картошечки. Картошечку, и конечно. Тут вот скрытые призы есть в кораллах. Вот видишь там дырка в коралле, вот туда. Вижу, туда надо рыбу кидать, приз, да? Да? Да, там приз есть какой-то. По-моему, сердечко там. А где рыба? Дополнительно. А вон рыба. А вот там же, она там же плавала. Вот. Вернись обратно. Вот давай. Показываю юзер нам секрет. То есть побыстрее тут надо, если что. Видишь? Рыба исчезает, да? Пойду пиццы поем. Ну что ж. О, еще одна вилка. Кавабанга, синяя панда. Тут да, интересный хак. Опять звезды. Загадывай желание. Вот такую юзер звезду лучше сделать, чтобы было видно, что ее можно бить, да?
Ну какую-то надо, да, более-менее живую. Вот, видите? Тут и была музыка с мегавольта, вот даже Razer Zen, пускай послушать. Теперь она тут нормально звучит, какая она и должна звучать. Как ты так сделал? Ну, там... Как ты додумался? Довольно сложная система с этими звуками, то есть там указателей нету вообще на эти звуки. Там есть тупо список, который эту музыку вот проигрывает списком, как в Винампе. Чё-то он как-то быстро умер, слишком слушается. Ну да. И резко закончилось. Боссы довольно легкие тут. Да. Не, ну в детстве она вот прям совсем легкой не казалась. Лет там 6, я не знаю. Бонус уровень. Читаем. Угу. Какой-то почитали. Корабль, не знаю какой. Я не знаю, что это такое. Вот. О, музончик. Ага, из третьего уровня, с канализацией. Да-да-да. Угу. Ну тут, в принципе, то же самое. Да, во всех уровнях Липецк, да, есть канализация. Да, абсолютно во всех играх. Как же без этого? Ах, тут бочкой можно было свалить. Я уже не помню. Нет, XP у боссов стандартный стоит. То есть они такие же легкие, как были в оригинале. Я думаю, не нужно их тут, да? Что-то делать с жизнями, то есть тупо будет это самое, будет неинтересно их бить, то есть много здоровья, да, то есть зачем это делать. Да, не забывай, юзер, эти дырки обследовать, видишь, он там сколько. Нет. Ой, задавили. Нет, не задавили. Нет. Да я и не... Вот в чем сложность игры. Сложность игры одна только: если ты умрешь, да, то ты потеряешь все свои апгрейды. Вот говно. Блин. А как же мне сейчас жизнь тебе взять? Соответственно, тебе лучше не умирать. Смотри, что рыбу прям зажало. Вот говно. Да, укусила. Вот лучше не умирать. Да это тупая крусалка, потому что может стрелять только вперед. Чей под углом-то не стреляет сколько-нибудь куда-нибудь. То есть сложность в этой игре есть. Она может только вперед стрелять. Безмозглый какой-то. Трубку закурил юзер, да? Вилочку а тут взял. Жизнь есть халявная, так что можно не переживать. Да-да-да, халява, распалывается. Ну еще бы. Что ты какой? Вот толстый как... какой-то, посмотри-ка, разъелся. Да вообще. Нет. Вот я когда разбирал движки Capcom'а вот. О, да, идеально. На то, чтобы хакнуть на музыку. В принципе, вот такая дурацкая система есть в двух играх. Вот, чтобы списком, как винам, проигрывать музыку. Это русалочка и вот это, то, что мы уже стримили, то есть DuckTales, первый именно. То есть они используют вот такую систему звуков. То есть проигрывать их просто. Вот этот звук, брызг такой, как от плаща отталкивается предмет. Рокет умело подобрал звуки, старался. Ну да. Прыжок. Ну, цепляется, да? Ну да, то есть заменены не только, как сказать, не только музыка. Осторожно, но и звуки. Осторожно. Да, 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 но и звуки. То есть полноценный музыкальный хак получился. Да что ты, он так и будет летать, что? Чего они так и будут падать? Смотри, что. Да, тут бесконечные, что ли? Да-да-да, бесконечный. Вот говно. Ну видишь, из-за того, знаешь, почему из-за бесконечный? Потому что они падают все время вниз. Хе-хе. О, а что, он биться будет об них? Нет. Она же рыба, разве рыба икру вверх летает? Только вниз. Я даже не знаю, рыба это или мясо, я даже не знаю. А жизнь здесь есть вообще, нет? О, давай, вот, молодец. И что дальше? Ох, нифига, как ты его... У тебя сейчас сильный апгрейд стоит, и ты можешь камни толкать и осьминогов хватать. Мне кажется, беги, можно хакнуть вот эту игру, вместо хвоста ноги сделать. Ноги? Будет вообще вещь. Да, ты подумай насчет этого. Ноги вместо хвоста.
Вот, вот это реально было. Что там я еще сделал? Забавно. Так вот, раковин тут. Кстати, раковин очень много вот в уровнях этих. Осьминог что-то приуныл, да. Да куда ты ее бросил? Вот как я решил вот, да проблему с, вот с этим винампом, который был встроен в эту игру. Так. Я, то есть, просто вот Утай спросил, то есть, там можно поинтеры менять? Да, в принципе, можно. То есть, я поинтеры вот на музыку нашел. То есть, все сделал Тай? Нет, Тай мне подсказал идею. А сделал я все. То есть поинтеры у этой игры оказались. То есть на музыку, да, были. Вот я эти поинтеры подровнял, то есть. Ну как они подровняются? То есть что-то заменяется чем-то. То есть. О, музончик. И потом подобрал, соответственно. А что она не бьется? Заново. Опять надо подбрать. Брать надо. Врать надо. Швырять. Врать надо. Да их вот. Да выкинь ты каку. Вот. О. А на стриме вот, который был у нас с Razer Zen'ом, то есть это был такой. Такая немножко сырая версия хака, но там я просто тупо конфиги поменял. Но этого было недостаточно, естественно. То есть музыка проигрывалась с моста. Да, юзер. Как в Винампе, то есть проигрывалось с моста, там потом город следующий, да, естественно. Потом этот, потом канализация, то есть канализация вообще звучала в уровне со льдом. То есть не слишком подходящая звучала она. О, одного меньше. Вот, да то вот есть, и музыки боссов не было. То есть на музыке боссов звучала музыка с этого с мегалой. Она может по диагонали стрелять, вот только хвостом не может по диагонали. Отлично. Так вам всем. Быть. Естественно, вот то, что я поменял поинтеры, это тоже сказалось на музыке, то есть некоторые пришлось искать заново. Заново ее переделывать. Вот. Третий уровень, да? Да, Урсула, короче, заморозила море. Будь осторожен, лед очень скользкий, что ли. Вот, уже при... это... Ледяное озеро. Лес. Угу. Лес, да. Липецкого любит. Подходящее, да? Трудно сказать. Лес? Ну вот на первом, как-то, не знаю, мост, мне кажется, не очень подходил. А здесь... более-менее как-то. А спорная музыка некоторая. Так, нет, это фальшивый. Говно. А вот тебе нужен, знаешь, какой? Вон тот. Да уже поздно, мне же нечем его разбить. Это нужно же это. И вот дура ты где? Поменял, в общем, я конфиги, да? Заново. И, в общем, не дурно вышло. С заменой конфигов именно. Ура! Какой мне сундук-то нужен, ты помнишь, нет? Так. Этот нужен? Вот этот, да. Вот этот. А вот этот вот? Вот это очевидно, что он тебе нужен. Вот этот, да? Да, видишь, как опасно к нему зайти, да? Я не знаю, как бросить наверх, значит, опять бросить куда-нибудь. Она дура вообще, просто набитая. Вот этот баг тоже вот. Баг этой русалки. Тоже посмотрите, какой интересный. А тут опять она есть. Подогрел еду. Налил еду. Вот днище. Съел чай, да? Юзер, на днище. Ты вниз. Пустил. Вниз. Ракушку. Заплыви, юзер. Куда вниз? Тут и внизов ты... до хренище. Да говори членораздельнее. Вон, видишь, там вниз, внизу. Там вниз, внизу? Да. Да чё она не бросает-то её, дура? Пипец вообще какой. То ли эмулятор кривой, то ли оно реально такое. Ну, по-моему, в детстве оно не было таким кривым. Надо тут уметь. Вот смотри, давай, вот, отлично.
Все, у тебя сейчас самое сильное оружие. А, пружинка, отлично. Вот теперь тебе надо этот копить. Рейндж. Дальность, то есть. Угу. Так, что у меня там? 3-1. Вот, насчет да этих рейндж, апгрейдов. Дальность. Дальность. Да, да. И вот, насчет рейнджа, я что хочу сказать. Он всегда сбрасывается, когда новый апгрейд приобретаешь. Да то почему? Вот юзер, накопил ты, да, три рейнджа, накопил, да? Ну. Взял апгрейд новый, ну. И они сбросились. Кто сбросились? Ну, вот рейндж. Блять. Куда сбросились? Когда еще один на лишний первый, возьмешь? На первый уровень сбросились. На я первый не понимаю, уровень о чем ты говоришь. Ну, вот загляни вот, на старт нажми. Ну. Вот видишь, у тебя вот они сбросились. Кто сейчас они? Зеленые вот эти вот. Ну, одна она. Что дальше? То есть они заново сбрасываются, и надо заново набирать. Когда вот умер, что? Никогда умер, а когда взял очередную красную вот эту вот. А, после каждой красной да. Зеленый с нуля? Ох, пипец, да. Липецкого понять вообще невозможно. Че тут не понять? По-моему, я достаточно нормально объяснил. Та и понял, что я первый раз ему сказал. Ну, когда повер набираешь, рейндж сбрасывается, так что ли? Да, да. Не только когда помер, а когда тупо набрал его. Не только когда помер. Вот смотри, юзер, взял ты, например, красную, да? Взял. Это идеально. Набрал там, например, еще две зеленые, да? Так. Берешь еще одну красную. Берешь еще одну красную. Английский знаешь, блин, помер. Да выбрось ты это говно. Так, игра была в основном красный, для да? девчат, а теперь с новыми звуками и музлом для пацанов. Константин пишет. А я играл в детстве, игра как игра, ничего не особо он добыли. Игра, да. А вон Илюха уже помирает там с нами. Ты что-то не ту взял. Там... Ты если помрешь, ты это рейндж будешь набирать заново, Рокет, так что не надо это ты делать. Либо когда знаешь, что делать, говори, либо когда я делаю что-то не то, уже молчи, потому что твоего, ой, надо было сделать вот так, чего? Никакой пользы вообще нет. Я не виноват, что ты не можешь понять меня. Ты ничего не говоришь, как тебя понять, когда ты ничего не говоришь? Да-да-да, конечно. Это разговор слепого с глухим, на самом деле. Ну не можешь ты понять меня, не дано тебе это. Нет, конечно. Я не виноват. Сила мысли. Осторожно, не умри только. А тут заново. Вы, главное, про чат не забывайте. Так. Вот, все, посмотри, сколько у тебя там. На старт нажми. Так. Ну, видишь, здесь достаточно легко, то есть просто плывешь. И вот сейчас будет какой-то нелепый босс, которого вообще в мультике не было. Чё тут, чё он делает-то хотя бы? Аптеку бросил. Это тоскернение в молодости. Халява. Честь. Вот говно. Идеально, мне кажется. Да. Прежде чем... О, еще одна, нормально. Вот что делал, делал тоскернение, прежде чем черному плащу досаживать. Напоминает Микки Маусе босс, который тюлень там был. Вот, мне кажется, лучше бы он в Микки Маусе был, в Липецке. Ну, а так ты можешь же это заменить. Да и зачем он там? Он там здоровый, все нормально. А этот какой-то маленький. Ну вот на Микки Мауса заменить. А, все. На босса из Микки Мауса. Ты осторожен, только под эту ракушку не попадайся. Да че она ее не бросает, дрянь. Вон, какой щедрый босс у тебя. Две ракушки кидал. Вот и все. Наконец-то. Так, что это там такое падает все время? Будто посмотрим, сказал слепой, как будет танцевать хромой. Так, отлично. Ну что, жизнь дадут тебе? Фигу. Луиш фигу. Не понял меня, юзер. Не понял. Ничего. Тебя никто не понял. Что-то странное, короче, там, вокруг чего? Вокруг вулканного этого самого. Будь осторожен. Какие-нибудь неприятности могут поджидать тебя там. Угу. Вот, подводный вулкан. О! Мой любимый уровень с кенгурями. Угу.
дурями. А где они есть? Осторожно. Да, Рокет, ты говоришь поздно, ты понимаешь? Когда уже все случилось. Мне не нужны советы, когда уже все случилось. Ты не помнишь, да, да, этот уровень? Да он же сказал, что он не помнит ничего. Пипец полный вообще. 20 лет назад было. Сколько раз надо повторить, я не знаю. 50, что ли, 100 раз надо повторить. Что у нас 20 лет назад было? Перестройка. Три жизни, три продолжения. Это все, что у нас было. Что за карп пучеглазый? Где? Какую, левую или правую? Ну, я думаю, ты догадаешься. Где деньги? Где не деньги? Догадаюсь, поплыву дальше. Ну, юзер, ты не знаешь, подставка в кома, что ли? Вот, вот это всякое будет дурацкое. Ага, жизнь. Ну, жизнь зато, видишь. Так, надо это... Янукович туда? Где? Или кто? Якубович. Да-да-да. Напомню, что Якубович — это одна из реинкарнаций Рокета. По-любому. Но в итоге... Стрима Дюны нету, чё мне тут встраивать. Ну да. Всё, у тебя сейчас будет самый дурацкий апгрейд. Да мне наплевать, Рокет. Визер на пролом. Так, а тут сундук не будешь? А, вон. Да я хотел его этой убить. Да-да. Вот если ты помнишь, Липец... Ты помнишь, что этих креветок в Мегамэне они были? Ну, допустим. Вот. Так это не сдвинется. Ну, понятно. Они из Мегамэна. Да, они оттуда взяты. Так, наверх заплыви. Вот сейчас, видишь, наверх заплыви. Ты пропустил, юзер. К вулкану вернись, он к тому. К левому, ага. И вот между ними, наверх. Ах. Она какая-то вроде маленькая, но такая жирная. Ну это за счет прически, я же говорю. Наверное. Кстати, вот как вулканы, он каким звуком? Вулкан. Кидаются. Ах ты. Вот я говорю, тут подстав. Я надеюсь, без них обойдется. Подстав очень много. Пирожками балуются. Вот, давай между ними, заплывай наверх. Там был секрет, но юзер его пропустил. Не знаю, я ищу мысленно кенгурей. Вот, почему здесь так важно не умирать? Юзер спидраном решил. О! Не помню ничего, как убивать. А рыбки он выпускает. Два раза надо ударить. Обидел. Да, у тебя два раза. Я... У тебя самый дурацкий апгрейд сейчас. Вот в этом, это я думаю... Малиарти. Малиарти. Подводная версия Малиарти. Блядь, ты скотина, вот дерьмо-то. Идеально. Чё она не стреляет? А чё ты, да. Она не кидал, я даже турбо-кнопку нажал, она все равно не кидает. Блондинка, наверное. Да вроде, стреляй, дерьмо. Вроде она не блондинка, а вроде какая-то... Она крашеная просто. Босс все равно ерунда полная. Так. Даже без апгрейдов проходится. Юзер магёт. Ликвижит. Да. Хватит тырить мои фразы. Кто это тырит твои фразы? Вот именно. Замок Урсулы выглядит как магический лабиринт. Кто-то должен чё там... А, может, сквозь стены в комнаты и... Блин, я старт нажал вместо кнопки. Твою мать. О! Ваня, юзер без пальто. Почему без пальто? Я в пальте. Поэтому парится сейчас. Вот... Хорошая музыка, мне кажется. Идеально так, для этой игры. А, не можешь, блин, видишь, апгрейда нет. Довольно легкий лабиринт. Надо тупо заходить. Анжелика Варум исполняет эту композицию. А вот ракушки. Да что ты, она не сдохла-то? Она два раза бьется. Ну я не знал.
Идеально. Жанну. Идеально. Это что за покемон? Чесс. Да это же Хорси. Водный покемон. Идеально. О, что-то юзер сегодня... Что-то у тебя юзер апгрейды на днище свалились куда-то. Сейчас опять смотри это, по спидрану. А, идеально, облет. Такой звук. Я... Плохо, вот что, я, знаешь, на Дэнди только две кнопки. Я нажимаю стрелять, она прыгает. Я нажимаю, допустим, стрелять, она роет песок. Все на одну кнопку, блин. И беда получается. Вот я, кстати, не понимаю, зачем вот тут этот тупик сделан? Покемон селедка под шубой. Короче, юзер, мой совет. Заходи в это самое... В эти самые... Рыпецк, ты его слышишь? Заходи, это самое, в эти самые. В эти самые, как зубастые эти пещеры. Я все понял. Которые мигают. Это самое, в эти самые. Вот давай, зайди. Вот сейчас. О, отлично, бери. Да что она убила-то? Я же ее запузырил уже. Запузырил уже, парень его убил. Хрень какая. Я же ее запузырил. Не до конца. Саво Гир, привет. Вот видишь, мигает. Он мигает. Что-то поздновастенько ты зашел. Да. Ну, то, что СК2 нету, это не значит, что я его не вижу вообще. А, этот Саво Гир. Да. СК2. Но стримит юзер на этот раз, первый стрим юзера. Поэтому... Надеюсь, он не последний. Да. Я ляпа. Идеально. Как это я их? Подходящую музыку я для последнего запилил. Твою мать. Да и все там равно. Там надо подождать, пока он запузырится окончательно. Но он, видишь, он сквозь него не пузырит, видишь? Нет, он сквозь него не пузырит еще. Да, да. Ну вот. Поэтому получается такая говна. Короче, видишь, вот мигает, вот в нее заходи. Того Гир только освободился. Ну, в таком случае сообщаем, что это хак музыкальный. Если ты без звука смотришь, и обязательно включи звук. Еще раз в нее. И еще это раз. Это хак русалочки с музыкой Черного Плаща. Как он тебя слышит тогда, если он без музыки смотрит? Юзер, играй давай. Не сдавай голубого раз. Вон ту, крайний самый, да, сундук. Тут и... Как что значит крайний? Тут нет крайнего сундука. Видишь, ракушка стоит возле фальшивого. То есть это специально так сделали. Вот он пишет, что тиховато музыку слышно. В игре? Да. Но это он один пишет, а вдруг он... Ну, пишите, кому еще. Ой, кто считает, думаешь, что надо прибавить. Да, прибавить. Ну, как-то вот так она должна быть, на мой взгляд. Этот шансон они должны обязательно послушать. Так. Ну все, не, юзер, тупо плыви наверх. Ты тут ничего не сделаешь. В общем, по звуку пишите, если будут какие-то пожелания. Так. То мы примем меры. Подожди. Да-да, вот это, правильно. Не туда. Вот там, вон там. Давай. Ох ты, блин, обманули нас. На 4 кулака. А нафига бочка здесь тогда, спрашиваешь? На 4 кулака. Да, и неважно, все равно там босс дурацкий будет. Мне трудно оценить, насколько музыка громко или тихо. А что, пишут опять тихо, что ли? Я прибавил. Ну. Должно быть нормально. О! Угу. Useless Ultra. Как ее бить-то?
Не-не, ты можешь... О, по морде током ее надо. Ты можешь тупо внизу стоять и... По морде чайник. Снизу бить его. О, это довольно вообще... легкий босс. Блин, она меня ударила. Осторожно. На сердца осталось. Только осторожно, юзер, она всякую фигню кидает помимо... Помимо спам рыб. Кидает, спам! Алекс считает, что вот эта музыка соответствует подводной тематике. Это? Которая была на уровне. А там, да, водный босс же. Как его звали-то, я забыл. Кого? Ну, который в ду-ду-ду дел. Босс. Рыбки прыгали. Собака? Там. А, да. Этот? Ликвигат? Ликвигат. Вот гад, вот. Ликвигат. Я смотрю, там в чате вообще предлагают его запилить сюда. А чё, по цвету подходит, уже с палитрой мучиться не надо. Ну да, там одноцветный вообще. Да ты чё вообще? Ну, если что, вот Ликвигат в сериале «Чёрный плащ», он там... Он не в море же жил, а просто как водой был. Ну, мне кажется, где же ему не жить, как в море. Как не в море. Вообще он говорил, что море, говорит, это все мое. Вот. А в море жила там, по-моему, рыба такая была. Как ее звали-то? Господи. Там была рыба там. По-моему, ее звали Медуза или как ее там. Что там пишет? Как будто бы Урсула вернулась, но она огромна. Ну. Сейчас будет еще один уровень, цели. Который сделан как босс сейчас будет. Урсула стала еще сильнее. Ага, последний уровень. Угу. Корабль. Из ЧП. Осторожно. Ой, я задел? Об ее тело ударился. Ага. Ну тоже, смотри, еще легче босс. Да? Куда ты бросил? Да не в чате напишите, как звали там рыбу из черного плаща, которая повелевала морем. Алекс уже думал, что все. Уже намыливал веревку. Но нет, не все. Намыливал веревку. Юзер могет. Ну все, и что тут осталось ей? Вот и все. Ура! Опа! Дурацкий, даже босс. Беззвучно сгинула. Да. Сгинула во тьме ночной. Ариэль уничтожила Урсулу и освободила своих друзей от заклинания, но чего? Кстати, вот нет пути, что, ну короче, чтобы стать человеком снова, Ариэль потратил много дней, глядя на землю. И, короче, слезы. Рыдала там во всех. Музыка три как ручья. Раз под эти слезы. Музыка. Король Тритон, видя все это, короче, тр-тр-тр. Угу. Ну, короче, кастанул и сделал ее. Кстати, человеком. Если вы помните, снова. Вот эта музыка в ЧП, она не до конца звучала. Ариэль вернулась на землю и встретилась с Эриком. Они были счастливы. Угу. Короче, все дела. Они и в итоге их мотоцикл врезается в луну. Да. В луну. Вон, кстати, камень луна. Вылетает на луну. Только не в луну, а в солнце. Вон там солнце. Женились и жили счастливо после. Конец. Вот. Вот такой вот Хацк сделал рокет. Мастерство его растет. Не знаю, сколько. И по дням, а по часам. От стрима к стриму. Да. Мы, значит, за ним наблюдаем и будем наблюдать. Косяк разрабов ЧП, то, что они вот эта музыка, которая в конце звучит, она не до конца звучит в ЧП в самом. А здесь она до конца кстати, звучит. Да, да. Вот, я исправил этот косяк. Вот мы дослушиваем эту музыку, ну, дослушали. Угу. Вот, и этот аспект, видите, что... Участок музыки, который в оригинале не использовался, Рокет...
сделал так, что мы послушали, ну, чуть подлиннее музыку. Вот так. Интересно, интересно. Да, Алекс Вольт передумал намыливать веревку, решил дождаться, пока на него нападет, упадет наковальня с 9-го этажа. Боже мой. А пока он ждет... Что можно сказать? Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте лайки, вступайте в группу. Следите за объявлениями. Вот. Завтра, может быть, будет стрим. Да, кто смотрел и слушал, тот молодец. Да. Всем тогда до скорого. Всем пока. Пока, счастливо.